Модернизация школы номер 44 продолжится. В эти дни учебные заведения поздравляют с юбилеем. За полвека, именно столько исполнилось школе, отсюда во взрослую жизнь отправились больше 40 выпусков. Воспитанники учреждения стали в дальнейшем известными актерами, политиками, журналистами. Главная особенность 44-й школы – это международные проекты. Поэтому по программе здесь изучают китайский, японский, корейский языки и культуру этих стран. И когда семья совместно с школой занимается воспитанием детей, то всегда вырастает настоящая личность, настоящий гражданин нашей России. По случаю юбилея ученикам, которых здесь больше 300, подарили билеты в кино. За последние 2 года на развитие школы выделили 3 миллиона рублей. Деньги пошли на косметический ремонт, закупку оборудования. По словам спикера городского парламента Вячеслава Макарова, помогать 44-й будут и дальше.